Но не только алкоголь может стать причиной несчастного случая. Высокая скорость также приводит к ЧП. Сегодня в Набережных Челнах на пересечении проспектов Мира и Автозаводского напротив ДК «КамАЗ» дорогу не поделили две легковушки – отечественная и иномарка. В результате столкновения ВАЗ-12 модели перевернулся, снеся дорожный знак, и оказался на пешеходном переходе. К счастью, в этот момент здесь никто не переходил дорогу. Водитель автомобиля – женщина, доставлена в БСМП. У «Киа Рио» пострадала только передняя часть машины.